Заряди меня кожаной. Заряжаю. Погули минут 20. Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал, и сегодня у меня для вас видео о фишках зарядки iPhone и iPad. Самое главное в этом видео – это наличие iOS 14. Работать это будет, по идее, на любом из ваших устройств, неважно, iPhone или iPad. Как вы знаете, когда вы пользуетесь телефоном или планшетом и разряжаете, например, до 20%, вам приходит уведомление о режиме энергосбережения. Но это приходит только на 20%, на планшетах вообще, по-моему, на 10%, и, конечно же, только в том случае, если iPhone разблокирован и вы его используете. В остальных случаях iPhone будет разряжаться и дальше, и вы можете прийти и увидеть 0 и выключенное устройство. В этом видео я вам расскажу, как сделать так, чтобы iPhone просил поставить его на зарядку, и как сделать звук для подключения зарядки. Так что оценивай видео пальцем вверх и также подписывайся на канал. Обои из видео у нас в Телеграме, ссылка на который в описании. Начнем, наверное, с самого интересного. Как заставить iPhone попросить поставить его на зарядку? Чтобы это сделать, вам понадобится приложение «Быстрые команды». Если эта программа у вас не установлена, скачивайте из App Store. Приложение называется «Быстрые команды» или «Shortcuts», и оно абсолютно бесплатное. Дальше вы заходите в программу и переходите на вкладку «Автоматизация». Здесь вам необходима синяя кнопка под названием «Создать автоматизацию для себя». Здесь в этом окне нам необходим показатель уровень заряда, он находится внизу, поэтому спускаемся и выбираем его. Здесь нам необходимо задать тот уровень зарядки, когда iPhone нам должен сказать, что мы его должны поставить на зарядку. Поэтому здесь в этом поле мы выбираем опускается ниже 50, а сам процент мы можем настроить как нам необходимо. Например, на моем устройстве сейчас вот такой показатель зарядки, и чтобы это показать как работает, я выберу, например, опускается ниже вот этого значения. После этого мы нажимаем на кнопку «Далее» и потом на «Добавить действие». Здесь в поиск мы должны вбить «Произнести». Есть такая кнопочка в действиях, поэтому нажимаем на нее. И здесь нам необходимо произнести текст. То есть мы должны выбрать, вернее напечатать, какой текст нам необходимо произнести. Например, «Заряди меня кожаной». Окей, пускай будет так. После этого мы нажимаем опять на кнопку «Далее». И самое главное, это выключить «Спрашивать до запуска». Так вам не будет приходить никакое уведомление о запуске, а команда будет запускаться сама собой. Все, что нам осталось сделать, это нажать на кнопку «Готово». Дальше, когда ваше устройство разрядится до определенного количества процентов, которые вы задали, вам iPhone сам это все проговорит, и вы будете знать, что время подзаряжаться. Это реально забавно и самое главное функционально, потому что так вы будете знать, когда нужно подзарядить ваше устройство. Самое главное, что еще нужно знать по зарядке, это обязательно заряжайте с помощью оригинальных зарядных устройств, чтобы ваша батарейка жила как можно дольше. Если у вас оно вышло из строя или вы используете китайское, обязательно зайдите на e-каталог, в поиск можете вбить Apple Power Adapter, вот на 18 Вт, это как раз таки для новых устройств, которые поддерживают быструю зарядку. E-каталог вам даст подробно характеристики, описание, а также список из магазинов, в которых вы сможете купить эти зарядные устройства. Можете отсортировать все по цене, и сверху будут самые классные предложения, с которыми вы сможете ознакомиться и приобрести, сэкономив деньги. Если у вас блочок без USB Type-C, а с обычным USB, e-каталог может подобрать вам и такую продукцию. Например, Apple Power Adapter на 12 Вт. Тут как раз таки находится USB, на фотографиях это видно. Также имеется описание и список из магазинов с классными ценами. Просто сортируете опять же и видите низкие цены вверху списка. В общем, для вас ссылки на эти два Power Adapter я оставлю в описании к видео. Если у вас китайский адаптер или он уже сломался, обязательно купите оригинальный, чтобы все заряжалось и батарейка жила дольше. Итак, у вас уже есть оригинальное зарядное устройство, а также iPhone попросил поставить его на зарядку. Как же сделать кастомный звук начала зарядки? То есть мы привыкли, что обычно зарядка начинается вот с этого звука. Чтобы его изменить, нам понадобится все то же приложение «Быстрые команды», которое мы уже скачали, потому что делали предыдущий пункт. Здесь мы снова заходим в автоматизации и нажимаем на кнопку «Создать новую автоматизацию». В этом окне нам понадобится опция «Зарядное устройство». Оно находится опять же в самом низу, поэтому нажимаем там. И теперь нам нужно выбрать, когда нам необходимо, чтобы было какое-то действие. Когда подключается или отключается. Кстати, на отключение вы также сможете настроить какой-то определенный сигнал или текст. Мы хотим на «Подключается», поэтому и выбираем эту опцию, нажимаем на кнопку «Далее». Здесь нам опять же необходимо добавить действие, поэтому нажимаем на эту кнопку.
И здесь у нас есть несколько опций. Например, сюда в поиск мы можем вбить «Музыка», и есть кнопка под названием «Воспроизвести музыку». То есть, когда ваше устройство будет подключаться к зарядке, у вас будет воспроизводиться музыка. Иногда это полезно, когда вы, например, одни дома, постоянно заряжаетесь, чтобы играла какая-то музыка на фоне, а если еще и колонка есть, к которой телефон подключен. В общем, будет классно, и это классная такая автоматизация. Но если вам музыка не нужна, можно добавить какой-то текст. Поэтому мы снова вбиваем в поиск «Произнести», и теперь нам нужно вбить тот текст, который нам необходимо произнести при зарядке. Например, «Заряжаю, погуляй минут 20». Снова нажимаем на кнопку «Далее», выключаем «Спрашивать до запуска», чтобы не было запроса на использование этой команды, и нажимаем на кнопку «Готово». Все, вы создали автоматизацию, теперь можете подключаться к зарядке и слушать то, что вы написали. «Заряжаю, погуляй минут 20». Блин, это реально прикольно, тем более, если это делаете в какой-то компании, то всем будет реально смешно. Так что пробуйте, экспериментируйте, запускайте различные музыки и прочие звуки, используя быстрые команды для зарядки вашего устройства. На этом все, ребят. Если вам понравилось видео, буду рад, если вы оцените его пальцем вверх. Также подписывайтесь на канал. Пока!